Вяленое мясо, маринованное по казачьим рецептам, Тамбовский окорок в собственном соку и еще 300 наименований одной только мясной продукции привезли на первый гастрономический фестиваль «Щелковский расколбас» 20 фермеров со всей России. Эти и другие деликатесы щелковцы охотно попробовали на фудкорте и покупали на новогодний стол. Цены в среднем варьировались от 1000 до 1300 рублей за килограмм. Тамбовский окорок настоящий, это домашнее производство, фермерское, балык и сервелат, это к столу, к новогоднему, тоже домашнее, то есть ассортимент небольшой, но это самое лучшее, что можно привезти из Тамбова для гостей из Щелково. Аромат запеченного мяса разлетался по улице Талсинской. Его готовили прямо здесь, на вешалице, привезенной фермерами из Краснодарского края. Таким приемом мяса, его на 4 дня привезли целую тонну, готовится долго и от этого долго хранится, и на вкус нежное. Испокон веков казаки готовили им таким способом. Мясо готовится от 2 до 36 часов. И срок хранения увеличивается за счет того, что идет обветривание продукта. Щелковский расколбас поддержали не только мясоделы. 20 сыроваров из разных областей представили порядка 200 позиций сырной продукции. Приехали в Щелково снова. Так им понравилось недавно прошедшая у нас сырная гонка. Король праздничного стола, по версии фермеров из Тверской области, сыр манчега из чистого козьего молока, который вызревает от 1,5 до 2 лет. Мы привезли сыры, которые варим сами на своей ферме. Что за сорта? О, здесь много. И швейцарский Грю, и Маздам. И два вида козьих сыров. И даже конфеты. Да, и даже сырные конфеты. В торговом комплексе «Центральный» предновогодняя суета. На прилегающей территории развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. И здесь же готовится главное действо. Жарко становилось не только от танцев, но и от количества приготовленного. Щелковцы идут на рекорды. Новогодний расколбас у щелковского рынка, конечно же, запомнится в уходящем 2019 году самой длинной шаурмой. Это 110 метров. На изготовление шаурмы ушло 100 килограммов муки, 100 килограммов салатов и около 80 килограммов кетчупа. На моих глазах разворачивается настоящее чудо. Готовя эту шаурму около 120 человек. Это действительно рекорд. Самый ответственный этап – сворачивание шаурмы в трубочку. Действия выполняли по команде шеф-повара на одном дыхании. Планировали шаурму длиной 110 метров, а получилось больше. Тихо! Результат фиксирует агентство «Интеррекорд». Оно же констатирует, побит рекорд, поставленный на ВДНХ. Тогда приготовили шаурму длиной 101 метр. У нас на 12 метров больше. Очень понравилось. И тяжело немножко было. Да, волнительно. Мы пришли к чему-то новому. Мы создали что-то новое. И пускай этот старый год закончится, жители Щелково установили рекорд. И будем стремиться и в следующем году к новым рекордам. Сертификат на рекорд организаторы расколбаса обещали передать в Щелковский историко-краеведческий музей, чтобы было что вспомнить в новом году. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.